Чтобы справиться с муравьями на своем участке, я много чего перепробовал, и одним из самых эффективных средств, которое мне помогло надолго прогнать вредителей, является деготь. Его можно применять многими методами, он никак не навредит растениям, и можно применять его на протяжении всего сезона. Число обработок будет зависеть от того, каким способом вы решили бороться против муравьев. Сам по себе деготь – очень вонючая субстанция, которая просто отпугивает муравьев с кустов и деревьев, земли и с участка в целом. Он поможет бороться с тлей, паутинным клещом, комарами, медведкой и даже против мышей. Эффект будет стойким до тех пор, пока не пройдет запах, после чего нужно будет повторить обработку. Лично у меня всегда хранятся большие запасы дегтя, чтобы проводить разные виды обработок. Например, я обмазываю стволы деревьев на высоту около 1 метра чистым дегтем, чтобы отпугнуть муравьев. Если обмазывать не хочется, то может помочь дегтярное мыло. Раствором из 50 граммов дегтя на 10 литров воды можно опрыскать кусты и деревья. Для профилактики я каждые 2 недели опрыскиваю кусты и деревья, и муравьев с тлей на моем участке нет вообще. Деготь абсолютно безопасен и даже укрепляет иммунитет растений. В огороде дегтем я опрыскиваю листья растений, проливаю раствором между грядок, чтобы муравьи там не лазили по почве, а еще обмазываю колышки дегтем по периметру своего участка. А когда я попадаю на муравейник, немедленно проливаю его дегтярным раствором высокой концентрации. Часть муравьев погибает, а часть просто уходит с участка и не возвращается. Так мыльный раствор с дегтярным мылом или дегтем поможет справиться с муравьями и тлей за копейки. Проверено на собственном опыте.